Приветствую вас. Я думаю, что с точки зрения психологии вам можно ответить на ваш вопрос так, что вы имеете не совсем здоровые отношения, в том смысле, что человек на очень много лет вас старше, 27 лет, по сути, он годится вам в отцы. Вот. И здесь всегда есть некоторые проблемы во взаимодействии, при взаимодействии с таким партнером, есть всегда проблемы с родителями. Вот, есть всегда сложности в этом смысле. Есть всегда неразрешимые конфликты между родителями, неразрешенные конфликты между родителями. Вот. И, соответственно, такая вот история, такой момент, как бы. И, в общем-то, тот факт, что мужчина, он то появляется, то исчезает, говорит о том, что он вас использует. Мужчина вас использует. Вот. И, соответственно, если человек вас использует, значит, что чувства у него к вам, даже при условии, что они есть у него, вот, при условии даже, что они у него есть, эти чувства, а можно сказать, что эти чувства не являются чем-то сильным, эти чувства не являются любовью, это чувства не такие. Эти чувства, они вот не такие, которые, могут привести к чему-то серьезному. Особенно за 2 года, что вы вместе. И так далее. Вот, собственно, и все. Вот, собственно, такой момент и можно вам сказать, да? То есть человек просто вас использует, судя по тому, что вы пишете. Если же говорить о будущем, то будущее здесь зависит во многом от вас. Потому что если вы захотите, будущее будет одним, если вы захотите, будущее будет другим. То есть тут как бы история, она вот примерно такая. То есть будущее зависит от вас. Вот. Вот все. С точки зрения психологии, именно так я бы вам ответил. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи.